Это хорошо. Thank you.
til den andre optager. Yeah.
And Whiskey 22, would you coordinate for departure runway 32 or 34? You to have it. Antonov 3697. Well, when will you depart approximately? We have departure time 1800. Okay, then it's gonna be runway 16. Is that acceptable for you? Affirmative. Okay, expect runway 16, and I see you going towards the east, so the departure route then is probably tickets to Sierra. Copy, Alpha Delta Bravo 2397, we expect on runway 16 for departure, thank you. Yeah, you're welcome, and I will get your flight plan in 8 minutes. If you want your clearance, it will be available in 8 minutes. Okay, clearance available in 8 minutes, Alpha Delta Bravo 2697. Александр Николаевич, чего не сказали мне, чтобы я послушал? Чего же не сказали, чтобы я послушал? Иду! Иду! Ну я так и пропал, что будет на юг. Что ты забрал? Так и пропал, что будет на юг. Вот, вот она, полоса 16. Смотри. Вот. То есть мы взлетаем. Не раньше, чем 1 миля. И по достижению 2000 футов это 120 метров. Все, все будет, все клиренс будут давать, я пошел записывать. Тут рулит надо, блядь. Учи. Lancer squadron 300, Hornet squadron ready to start. After that, 3697. Вот так он отбирал, голову или погоны отбирал. Все, давай, команда. Сейчас. У нас рейс как называется? АД.
Да, только на первом. Мы пока, да, пока. Потому что вторая, я даже... Driver out of Warsaw, that is now 3697, we are ready to start. Roger, engine start is approved, thank you, yeah, for that about 3697. Thank you.
третьей роты. Thank you.
там выходит, продолжаем. Thank you.
А что, ты уже закончил? Давай. Turkish 5 Lima Bravo, ready for departure. Turkish 5 Lima Bravo, runway 31 left, clear for takeoff, wind is 300 degrees, 12 knots. Enjoy your flight, goodbye. Clear for takeoff, runway 31 left, thank you Turkish 5 Lima Bravo, bye bye. H1018. Вась, ну минимум 3 часа ночи мы сегодня еще лететь будем. Когда, сейчас? Да. Нам ночь не нужна. Не, рабочее время. Не, рабочее время, что ночь. А, так рабочее время мы пометим. И так, да. То есть мы не летим, а на земле, конечно. Саш, по прямой он сколько сказал? 10 тысяч набирать? Нет, 110-й шел. 110? Прямой 110-й, да. Ну, скорее всего, набирать викторение будет, потому что лага да. На запад. Саша, погоду прочитай. Аж погода. Полоса 31 левая, сухая, сцепление 0,7. Ветер 300 градусов, 13 узлов. Ковок плюс 21, точка росы 15. И кино еще нам дал 10,18. 7,63,5. 7,63,5. Топливо 42 тонны на борту. Центровка там все такое, есть у нас летный вес. Будет. Буксировка закончена, тормоз. На тормозах. Подскажите, когда карту можно будет начать? Центровка какая? 23, 25, наверное.
ведь не перезарядил на резервы. Василий, напомни выход пока. Дали нам, командир, выход по прямой 110 эшелон набирать. Курс разлета. Высота перехода 7800. По прямой 31 полоса? Да. Да. Там викторий будет. 110? Точно. Обычно, когда 8000 набираем, он уже тоже. Не, ну там по безопасным, что там? Хорошо, нам, нам вертикальный градиент должен по 5,5 быть. Понятно. Заглушка струбцовой страховой штат троса. Снят. Стояночный трос. Стояночный. Количество топлива. 42 тонны. Стоит топливо. Слит. КБ включен, МСРП включен, переключатель КАСО 172. КАСО. СО. КАСО. СО. СО, СО, СО. Карта выполнена. Запустить. Запуск разрешили. Автофлюгер выключен, пожарный стоп-кран открытый, винтик скоро снят, рудомовый газ, подкачку включена. Земля, запуск двигателей с 4-го, 4-й, 3-й, 2-й, 1-й, а двигатели зам 4-му. Можно запустить. Запуск света куда работает, если открыть. Есть, растут. Ворот растут. Вот мы 4-й на свете температура. Запущен еще раз двигатель на маму, генерал до 4-го на борт, третьему запуск. Можно запуск. Генератор 4-го на борту. Запуск идет, АПД работает, СВ открыт. Есть, Артур. Нет, ты вообще. Город растет. Закрыть, скажи, на третьем. Двигатель запущен на малом параметре нормы, генератор третьего подключить на борт, запуск второго. Можно на второго. Генератор третьего на борту. Запуск где-то. Все открыто. Оператор Temperatura.
обороне. Да, включаем оборудование. Хвок не давался? Давал. 67-56. Разгрузку вручную, не, назад, да. О, багажник. Теперь автомат, и это тоже вот разгрузили. Теперь автомат. И прокачай по всем каналам. До 6 раз. Америки 10-18, 7-6, 3,5. Установлено все равно. 10-18. 7-6, 3,5. 7-6, 3,5 установлено. Управление самолетом. Проверено, хода полные. Примерные эффекты. Нейтральное коврирование 3. Да. Авиагоризонты. Включены, проверены по вискам, замечены справа. Исправно. Слева. Газ 67-56 экспонда. Above 67-56. Давай. А этот экспондер. САУ. Проверено, выключено. Управление передней ногой. Включено. Противоблители. Автомате. Гидросистема насосная станция. Включено давление нормы. ОПЛ. Снят споры. Закрылки. Выпущен 25. Летная документация на борту закреплена, двери люки. Закрыто все, газ не горит. Электроснабжение включено, ГТ-60 подключен, карта выпала. Запрашиваю. Милиция, Alpha Delta Bravo 3697, ready to taxi. Delta Bravo 3697, taxi holding point, runway 31 left, we taxi echo and hold at holding point. I taxi echo to holding point, runway 31 left. Be informed, we need 2 minutes at the lineup before departure. Did you copy? Bravo 3697, line up, runway 31 left and wait. Okay, thank you. Power repeater Papa 1514, the ground. To Papa 1514, Texas and 14 Alpha. We text with Bravo Charlie. Bravo Charlie, 14 Alpha, 1514. Прямой здесь по переменам поработай, внешними и внутренними, до 40. 64. 64. Это Папа, 1514, I'm located. 514,
1-4, Roger, continue taxi. Taxi 1-5-4. Хорошо, я вам сказал, у нас их. Говоришь, что и прочим, он тебя переведет сейчас. Юрий гарантирует. А новые сутки. Полдень приближает. Yeah, Opener Zabrao, 3-6-9, request line up runway 3-1 left. Opener Zabrao, 3-6-9-7, line up runway 3-1 left and report and ready for departure. And then up and wait to runway 3-1 left, next go and ready for departure. Up and then up 3-6-9-7. Понимаю вас, Павел. Papa 1-5-1-4, follow me car. Continue to follow me 1-5-1-4. Центрога. 200 на тонну, 25%. Скорость на взлете. 1-240. 240. Набирать будем на 280. Атро 265, безопасно 208. 240, 245, дальше. Да. 340, 360, 380 сначала. Решатель QNH. QNH. Остамеры QNH 1018 7635. 7635 справа. 1018. Управление самолетом. Проверено. Триммерные эффекты. 0 и пикирование 3. Закрылки. Выпущен 25. Борточки. Справа закрыт, лево закрыт. Двери люки. Закрыта, сигнализация не горит. Продолжаем. Авиагоризонты. Справа по рискам замещены. Исправно слева. ППУ. Взлет-посадка. ЭКСП. Зафиксировано, 312 магнитный. КАС 6756. 6756, старый бал. Противоблители. В автомате. Отбор воздуха. Отключен. Аварийные сигналы. Не горят, инженер. Да, не горят. КТ 120 включены, карта выполнена. Генераторы подключились. Докладывай. Апат, это браво. 3697, ready for departure. Delta Bravo 3697, runway 31 left, cleared for takeoff, wind is 310 degrees, 10 knots, all safe flight, goodbye. As I take you off runway 31 left, thank you today, Alpha Delta Bravo 3697. Номинал, параметры в норме. Взлет разрешили. Взлетный, время полета включить. Параметры в норме. Режим взлетный, параметры в норме. Запущены. Пытаемся. Thank you.
Скорость растет. 120. 140. 160. 180. 200. 220. Решение. Продолжаем. Подъем. Подъем. Еще, еще, еще. 260 скорость. Вот, да. Самолет в воздухе 280. Сейчас убираю. Шасси убираю. Шасси убираются. Good afternoon. Good morning, Alpha Delta Bravo 3697. Maintain runway heading, continue up to 110. Delicia approach, Alpha Delta Bravo 3697. Good morning. Maintain runway heading, continue up to level 110. Шасси убрано. Approach, good morning, Alpha Delta Bravo 2697. Maintain runway heading up to level 110. Good morning, Alpha Delta Bravo 3697. Stability approach, radar contact. Report requested level. 210. Request level 210, Alpha Delta Bravo 3697. 3697, continuing climb level 210 and continue runway heading. Continue runway heading up to level 210, thank you, Alpha Delta Bravo 3697. 210. С курсом взлета набираем 210. Это мы, блядь, до Краснодара будем. Сейчас 8000 наберем уже. Конечно, да. Дай наберем. 1-4 knots, cap OK. Минимум дальность 10, еще 5 миль минимум. Нет, 10 километров. Alpha Delta Bravo 3697, turn left, direct Bharat. Left direct to Bharat, Alpha Delta Bravo 3697. Аппарат можно, влево. Долго уже идем. 147, этот курс. Пока. Берем. 150. 140, точнее. 140. Выйдем, еще будет. Точнее. Ну вот, 400 держи. Номинал установлен, можно отбор включить. Сейчас. С таким креном он убирать не будет. Выход будет на 135.
Фары убрал, да, ее? Да, фары выключены, убраны. Все убрано после себя. Фары убраны, аварии фары включен. Жена установлена. Занимаем 210-й. 235, да? Высота перехода дальний стандартный устанавливаем. На курсе у вас, так, нормально? Отлично. Ну, я подкорректирую сейчас, когда подключите меня, подкорректирую. У штурмана стандарт установлен. Справа 760 взял управление, установлен. У меня управление, да? Да. Отлично. Один курс дали. И дал какой эшелон? 210-й. 2-1-0. Летели на рассвете. Нового дня. На секунду наушники сниму. 1-0. Посмотрите там, где на день переведите. Радиостомер, где подсветка выключается? О! Искали сегодня. Good morning, internal 3697, passion level 100, continue up to level 210 inbound Barrett. Good morning, Golf Delta Bravo 3697, please read the contact on level 210. Continue up to level 210, internal 3697. 2-1-0, продолжаем набор. Thank you.
Every Dobby approach frequency is 1.24. Minimize runway occupancy times. Landing aircraft expected to vacate via taxiway Echo 1. On first contact, state aircraft and receiving arrival information, Juliet. Pause 0 and then towards destination on Bravo, it's got about 5 more. UAE, good morning, Emirates 10 Super, passing in 336, descending 270. 13295, Emirates 97. Passing position North Star, speed 270 knots, and maintaining 270 requests for the descent. Alpha Delta Bravo 363, Christian 3697. Contact UAE 120.89, goodbye. 120.89, have a good morning Alpha Delta Bravo 3697. Passing, crossing traffic. Okay, climbing flight level 161 and when reaching my team flight level 200, it's 205. Center, good morning Alpha Delta. Level 210. Bravo 3697, good day identified. Center, good morning Alpha Delta Bravo 3697, level 210. Sorry, last call. This is Alpha Delta Bravo 3697, level 210 in Bao Tenge. Alpha Delta Bravo 3697 identified. Stand by for descent. Stand by for descent, Alpha Delta Bravo 3697. Etihad 101.3.0.0. Alpha Delta Bravo 3697 and descent to 10,000 feet. QNH is 1007. Down to 10,000 feet. QNH 1007. Alpha Delta Bravo 3697. Emirates 205, climb to fly level 30, question 205. Dobby International Airport. Arrival information, Juliet 0558. Expect ILS approach. Runway in use, 13 right. Alpha Delta Bravo 3697, contact Abu Dhabi approach 124.4. 124.4, have a nice morning. Alpha Delta Bravo 3697. Hey, sir. Abu Dhabi approach, good morning Alpha Delta Bravo 3697, continue down to 10,000, QNH 1007, information Juliet. Alpha Delta Bravo 3697, radar good morning, identified, expect ILS approach runway 13 right, QNH 1007, descent 7,000 feet. Expecting ILS approach runway 13 right, QNH 1007 down to 7,000 feet, Alpha Delta Bravo 3697. Alpha Delta Bravo 3697, descent 3,000 feet. Down to 3,000 feet, Alpha Delta Bravo 3697. Approach, good morning from Etihad 150 Heavy. We are flying 777 out of 13,000. Speed is 2. Подходит tradition. Охраняем tradition. Погашение на точку стопер. 430 приборно. Максимально, можно меньше. Эко 12, да? Да, они передают по Эко 12. Alpha Delta Bravo 3697, position sober, level, maintaining 3000. Okay, stand by for further descent. I said standing by for further descent.
Нет еще. Так что закрыл его Колумбска. Сейчас снизимся, выпустим. Хорошо. Новая 7,5. Сегодня 25. Отлично. Повышение скорости у нас 330 км. Новая 6 км. Время 24. Alpha Delta Bravo 3697, TN left heading 160, clear LS 13 left report established. Alpha left heading 160, clear to LS runway 13 left, next call when established. Alpha Delta Bravo 3697. Курс 160, это произошло. Давай закрыл 15, поехали. Выпускай закрыл 15. Кого это? 3 километра. 160, еще. Линия 22. Отзывочно. Слушай, сказали, да? Да. 350 за скорость. Погашение скорости можно ставить. Ну, в принципе, у нас 330 должно быть. 330. Держим до 4 миль. Новое 1600. Линия 21. Давай. Через 6 миль будет снижение под глиссадой. Давай шасси выпускаем. Давай шасси выпускаем. Шасси выпускаю. Пары выпущены. Давай 700. Пары выпущены, отлично. 330, надо держать скорость. Наблюдаем, занимаем показатель курс 126. Заход разрешили. Хорошо. Так, до входа в глиссаду сколько у тебя еще? До входа в глиссаду 4,5 мили. Шасси выпущено, до глиссаду 1700 футов. Все. Посадочное удаление 17. Давай право, проскочим, подскочим вот так чуть-чуть. И снижение будет. Да, don't fly zero descent to altitude 2000 feet. Давай закрыл 25. Закрыл 25, выпускаю. 3 мили до входа улица. Право, еще право. Закрыл 25, выпущено. ГП подключен. Скорость пока 300. Скорость. Идем чуть слева. Да-да. Захват есть, нет? Есть. Есть захват уже. Alpha Delta Bravo 3697, establish on localizer for runway 13 right. Alpha Delta Bravo 3697, contact with AV tower 118.675, bye-bye. 118.675, thank you. Линия 12, скорость 290. Входа в глиссаду 1,5 мили. Ставим скорость. Задом 300. 300 держим. Абадаби Тауэр, good morning, Alpha Delta Bravo 3697, continue LS approach 13 right. Выпускаем закрылки. Antonov 3697, Navi Tower, good morning. The wind is 160 degrees, 12 knots. Runway 13 right, clear to land. Atlanta, 13 right. Thank you, Alpha Delta Bravo 3697. Alpha Delta Bravo 3697, contact at the end of the runway, Delta 10 or Delta 11. Okay, to Delta 10 or Delta 14. Alpha Delta Bravo 3697. Дельта 10 или по дельта 14 освобождения. Посадку разрешили. Разрешили. Карту? Давай, быстрее. Переключатель КФ и КНС. КНС. Стамеры 10.07. 10.07. Надеюсь, стамеры. 80. Шасси. Выпущено. ППУ. Взлет посадки. Проходная защелка. Затем вернули. Всем посадки и скорсовая система. Согласовано. Посадочный вес. Заложено. Стабилизатор. 45. Скорость планирования. 45 режим. Скорость планирования. 37. Противовредители. В автомате. Э-60 подключим, ГТ-60 подключим к курсу МП. Подвинь, 3. Все, хватит, Саша. Когда выпало? Садим. Садку разрешили. Режим 45 стоит. Линия 400-270, скорость 40 поставок. 270. Давай 40. Попробуй. 42. Линия 3-170, скорость 270. 45.
45 режим. Линия 2, на курсе 71. Центра ближе. Это 110-100, оценка. Заварено. Пару большой включил. 90. 80 решения. Садимся. Режим 45 стоит. Так держать. 60. Полсотни. 45, 40, 35, 30, 25. Режим 40. Режим 20. 40. На 30. 30. 7, 6. Проходная. Проходная. Не-не-не, вот так. Вот, больше было. Ноль. Ноль. Скорость 200. Супер, внутренний, супер внешний. 170. Освобождение в конце полосы дельта 10 или дельта 11? В конце, да? Да, в конце полосы. Хорошо. Дельта погрев направо. Погрев поводу выключить. Дельта, дельта налево. Налево, да, налево. Ну, чуть передоносит последующий. Нет, только Дельта 8. Это 150, good morning, continue approach, you are number one. Number one, thank you. Дельта 10 будем, да? Alpha Delta Bravo 3697, continue on the runway and vacate via Delta 10 and then follow Marshall's instruction for parking stand 715. Okay, vacate via Delta 10, following Marshall for stand 715. Alpha Delta Bravo 3697. Стоянка 15 Air-14 cross runway 13 right. Air-14 cross runway 13 right, and just would like to ask if you can ask the Antonov to aircraft, they will be nose offloading of the cargo, or they will be offload the cargo through the back side door. That's the mic. Карта после посадки, аварию повода выключен. Так, закрылки. Убраны. Alpha Delta Bravo 3697, can you confirm, will you offload the cargo from the front or from the back? From back, Alpha Delta Bravo 3697. 3697, that is copied, and just follow Marshall instruction over the parking. Yes, Marshall. Yes. And we copy that message, thank you very much indeed, sir. Appreciate it, everyone. And at 150, the wind 170 degrees, 10 knots, runway 13 right, clear to land. Солдат не хочет выходить из машины. Посмотри, где эта стоянка, а? А вот он сейчас. А вот написано 700. 715. 715. А ну вправо или вверх. 115, да, вот она. Чуть правее возьми.
50, okay, so Echo 10, then Echo 13, hold short of Foxtrot. Cockpit Alpha 10, Echo 13, and hold short of Foxtrot at this shot, 150. I got 150 contact ground, 123, decimal 975. 239.75, very good. 150. Thank you, good evening. Bye. А потом все остальное. Снято, радист готов. Выключаю двигатели. Выключены моторы. Так, разбор, какие, Саша, у тебя замечания по нагрузкам на вушках, да? Да, нагрузки на вушки, и потом 36 вольт, колебания от 36 до 42 вольт. Это же недопустимо. С электриками. Это работает передача. Это вам флот, посмотрим. Хорошо, пока пиши все на листок, на базе все вывалим. Старший штурман? Да. Что да? Значит, время взлета 03.00, посадка у нас 06.43, время полета 03.43, расстояние день 23.84. Все понятно. Спасибо. Мне хотелось знать, а локатор теперь как, включать или не включать? Включать. Все, выключаем мы войска. Включаем. Спасибо. Включаем войска. А сколько километров? Откуда он стал? Он же штурман. А сколько записали? Знаете, заебали, блядь. Генераторы по одному каждый отказывал.